Привет, друзья! Сегодня у нас на обзоре мощный и стильный водонагреватель Thermax Combi Inox IRP200V. Если вам нужен надежный источник горячей воды, который справится даже с самой суровой зимой, этот аппарат может стать вашим лучшим другом. В описании под видео вы найдете ссылки на этот товар. А сейчас давайте разберемся, чем же он хорош и почему стоит обратить на него внимание. Поехали! Thermax Combi – это не просто водонагреватель, это настоящий танк среди бытовых приборов. Его корпус сделан из прочной стали, что гарантирует долговечность и стойкость к любым испытаниям. С высотой 1215 мм и шириной 560 он идеально впишется в любой уголок вашего дома, а глубина в 672 мм позволяет разместить его даже в самых компактных помещениях. Несмотря на свой внушительный вес в 51,4 кг, этот российский гигант станет вашим верным помощником в обеспечении горячей водой. Если вы ищете качество и надежность, это ваш выбор. Обязательно загляни в описание под видео, там я оставил для тебя ссылки на проверенные магазины и специальный скидочный промокод, который позволит тебе совершить покупку с максимальной выгодой. Thermax Combi – это не просто водонагреватель, это настоящий швейцарский нож в мире бытовых устройств. Начнем с того, что его нагревательный элемент сделан из нержавеющей стали, что обеспечивает долгий срок службы и устойчивость к коррозии. Мощность встроенного теплообменника составляет внушительные 24 тысячи ватта, что вкупе с площадью теплообменника в 0,7 квадратных метра позволяет нагревать воду быстро и эффективно. Теперь о его возможностях. С объемом в 200 литров этот гигант способен обеспечить горячей водой не только большой частный дом, но и небольшое предприятие. Электрическая мощность устройства достигает 6000 ватт, и вы можете выбирать между тремя режимами мощности – 2000, 4000 и 6000 ватт, в зависимости от ваших нужд. Это особенно удобно, если нужно сбалансировать энергопотребление. Технология комбинированного нагрева – это то, что делает этот водонагреватель особенно привлекательным. Он может подключаться не только к электросети, но и к системе отопления вашего дома. Это значит, что в холодное время года он будет использовать тепло от системы отопления для подогрева воды, снижая нагрузку на электросеть. Время нагрева 200 литров до максимальных 75 градусов составляет всего 100 минут, что весьма впечатляет для таких объемов. К тому же этот водонагреватель выдерживает давление до 0,7 мегапаскаля, что гарантирует надежную работу в условиях высокого давления воды. А максимальная температура нагрева воды в 75 градусов обеспечит вам действительно горячую воду в любой момент. Так что если вам нужен надежный, мощный и экономичный водонагреватель для большого дома или бизнеса, Thermax Combi – это отличный выбор. Я рассмотрел отзывы пользователей и выделил ключевые моменты. Отрицательные. Отсутствие индикатора температуры. Положительные. Нержавеющий бак. Трехфазное подключение. Компактные размеры. Как видите, пользователи в целом довольны водонагревателем, особенно отмечая качество материалов и удобство установки. Но есть и минусы, такие как отсутствие индикатора температуры, которые могут повлиять на ваше решение. Ну что ж, друзья, мы подошли к концу нашего обзора на водонагреватель Thermax Combi Inox IRP200V. Это устройство, безусловно, заслуживает внимания, особенно если вам важны надежность, качество и возможность трехфазного подключения. Конечно, есть небольшие недостатки, но, как говорится, идеала не бывает. Надеюсь, этот обзор помог вам сделать правильный выбор.